знаешь, у меня все больше и больше возникает желание поступить в ЧГБУ, стать учителем. Я тебя понимаю, ведь учитель – это главный человек в жизни ребенка, который дает ему первые знания о мире, странах, ведет его через долгий путь взросления и выпускает его из школы уже не птенцом, а взрослой птицей. Нет, я бы воспарила над землей.